Первый китайский зонд для изучения Марса успешно вышел на орбиту. Запуск ракеты-носителя прошел сегодня утром в провинции Хайнань. Ожидается, что зонд приблизится к Красной планете примерно через 7 месяцев. Если все пройдет успешно, ученые смогут лучше изучить рельеф и атмосферу, больше узнать об особенностях магнитного поля Марса. Эти данные позволят ответить на многие вопросы о происхождении Солнечной системы, но все же главная цель миссии – выяснить, смогут ли люди когда-нибудь создать там условия, подходящие для жизни, и колонизировать Красную планету.